Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Президент України Володимир Зеленський діставався до США потягом і літаком під посиленою охороною. Про маршрут українського президента розповідає видання Bloomberg, цитує його «Дзеркало тижня». За даними журналістів, у середу вранці Зеленський прибув потягом до польського міста Перемишль, що на кордоні з Україною, у супроводі посла США у Києві Бріджит Брінк. Відповідні кадри з відео з українським президентом, який крокує платформою в оточенні охорони, а потім сідає у чорний Chevy Suburban, оприлюднили польські ЗМІ. Власне, до США Зеленський вилетів з найближчого аеропорту Рзешов-Ясіонка, ключового польського хабу для транспортування допомоги в Україну. О півдні за місцевим часом урядовий літак США з українською делегацією на борту приземлився на об'єднаній базі Ендрюс неподалік Вашингтона. Під час польоту Федеральне управління цивільної авіації не повідомляло про жодні надзвичайні заходи. Докладніше ще про візит Зеленського до США ми поговоримо із політтехнологом Борисом Тізенгаузеном. Він на зв'язку зі студією Радіо НВ зараз. Пане Борисе, вітаємо. Доброе утро, слава Україні! Героям слава. З чим ви пов'язуєте цей візит? Адже він перший за широкомасштабну війну закордонний візит і перша розмова тет-а-тет із Джо Байденом за цей час. Чому зараз і чому саме так? Є кілька предположень, і у мене в тому числі. Я думаю, що раніше Зеленський не мог себе позволить, когда была активная фаза боевых действий, сейчас тоже активная, но на одном в основном участке, то есть на Бахмутском направлении, там идут действительно жестокие бои. И более-менее ситуация стабилизирована на всех остальных участках, поэтому Зеленский смог себе наконец позволить выехать из страны. Мне кажется, раньше это было бы, может быть, даже не очень уместно, хотя он и раньше мог это сделать. Это конец года, то есть еще одна причина, конец года подводить итоги поставленной помощи, и финансовой в том числе, и договариваться о новой военной и финансовой помощи, как раз самое время. Дальше, как говорится, необходимо было сверить часы по понятным причинам. Кстати, помните, появилась информация буквально накануне, что Байден не приезжает в Украину, исходя из соображений безопасности, то есть начали поднимать вопросы, почему Байден, собственно, не приезжает. Борис Джонсон как-то там, он из другого теста сделан. Вот. Поэтому решили, хотя об этой встрече, мне кажется, говорили давно, она была заранее спланирована. Единственное, что меня поразило, я разговаривал с несколькими людьми, которые, как правило, они были информированы именно вот об этой встрече. То есть держалось все в строжайшем секрете. Буквально там несколько человек знали, что эта встреча будет, и она состоится. Ну и плюс ко всему нужно понимать, что и Европа, и Соединенные Штаты все чаще говорят о каких-то переговорах. То есть необходима была вот та самая закрытая часть, которая была встреча между Байденом и Зеленским, когда Кулеба с Ермаком там в другой комнате ожидали. Вот как раз там, мне кажется, и шли разговоры о формате возможного мирного соглашения или хотя бы о начале переговоров. Хотя я прекрасно понимаю, но это мое личное мнение, что Путину сейчас переговоры нужны всего лишь для одной цели, для того, чтобы как можно больше подготовить мобилизованных, как можно лучше, ну как в таких условиях, и дальше начать новое наступление. То есть в том, что новое наступление будет, в этом уже не сомневается никто. Вопрос, откуда и какими силами. А Володимир Зеленський раніше казав, що не збирається вести переговорів із Путіним, і казав, що він буде вести переговори із фактично наступним президентом. Ну, натякав на це. Абсолютно правильная позиция, потому что Путин, по большому счету, сделал довольно странный шаг. Помните, когда он подписал вот эти фейковые бумажки о вхождении кусков областей в состав Российской Федерации, он отрезал себе путь для отступления, для переговоров. То есть, понятное дело, что ему никто не отдаст эти земли.
И он уже не сможет объяснить, почему он эти земли возвращает обратно Украине. То есть вот здесь, по большому счету, и закрываются переговоры. О чем говорить, если мы хотим обратно все наши земли, в том числе и Крым, а Путин уже их вписал, как говорится, в Конституцию себе. То есть дальше либо он складывает себя, ну, разве что он складывает себя каким-то образом полномочия, делает трансфер власти, получает определенные гарантии неприкосновенности, хотя в России нет такого понятия гарантии неприкосновенности. Как только Путин отойдет от власти, через некоторое время догонять его, пане Борисе, его клан, дуже погано вас чутно. И начнутся турбулентные процессы. Поэтому тут тоже не складывается. І як тоді бути? Хотів вас запитати стосовно ось підтримки Сполучених Штатів Америки, перепрошую, другий раз чомусь обмовляюся таким чином. В Україні наголошують, от, що зброя потрібна саме зараз, її потрібно багато, аби швидше завершити війну. А утім, ми бачимо, що військова підтримка надається, ну, скажімо так, трошки поволі. Чи після цього візиту щось зміниться? Я думаю, существенно ничего не изменится, но это для нас и хорошо. То есть объемы помощи не будут уменьшаться, помощь будет поставляться. Единственное, у нас есть, мне кажется, это вот мое личное мнение, что у нас есть разница в понимании того, как победить Россию. Ну, во-первых, обратите внимание, то есть фактически там по заявлению Данилова Россия выстреливает практически весь свой запас ракет высокоточных, и тут к нам приезжают патриоты. Ну, то есть, когда Россия уже отстреляла, грубо говоря. Я понимаю, что патриоты эти там, может быть, под другую задачу. Скорее всего, под те баллистические ракеты, которые ФАТЭК из Альфа-Гар, которые Иран может и, наверное, скорее всего, поставит России. То есть, патриоты как раз с этими баллистическими ракетами справляются. Дальше мы просим танки, мы просим авиацию. Пока нам этого всего не дают. То есть у меня есть ощущение, что взгляд наших западных партнеров на то, как победить Россию, и он, значит, они видят и следующим образом, что постепенное перемалывание военной мощи Российской Федерации. Вот отстреляли они ракеты сейчас, не, ну, запас у них, они не могут возобновлять запас быстро. Отлично, без ракет остались, там, не знаю, перемололи другую технику. Это все медленно, но и растянуто во времени. Именно с таким прицелом нам поставляют определенную номенклатуру вооружения, чтобы мы перемалывали вот российскую технику прежде всего, ну и, соответственно, уничтожали там офицерский состав, который тоже долго обучать. Я имею в виду еще и плюс специалистов, летчиков, ракетчиков, которых тоже обучать долго. А мы хотим оружие, чтобы мы эффективно и быстро контрнаступали. Но тогда есть риск того, если нам, допустим, мы завтра дали там Абрамсы, не знаю, F-16, еще штук 50-100 Хаймерсов приехало, мы бы тогда нанесли сокрушительный удар по российской армии, не уничтожив ее до конца, они бы откатились обратно, естественно, на свою территорию. И через некоторое время, прикупив бы там, где можно прикупить оружие, сделав бы работу над ошибками, они снова бы пришли, потому что тогда бы их ВПК был ранен, но не уничтожен. А вот у наших западных партнеров, скорее всего, видение, что мы должны постепенно, медленно уничтожать до основания российскую вот эту военную машину. Хотя это как раз и влечет за собой большее количество жертв и с нашей стороны. Під час своєї промови Зеленський сказав Конгресу, ваші гроші – це не благодійність, це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально. А наскільки це розуміють всі у Сполучених Штатах? Адже, от як написали за підсумками зустрічі видання «Політико», незважаючи на загалом теплий прийом, деякі законодавці-республіканці – в тому числі, які мають обійняти вищі керівні посади, ще не були готові взяти на себе зобов'язання продовження фінансової підтримки України. Що із цим? І що із трампістами у Сполучених Штатах? Да, з трампістами, ну, во-первых, давайте скажемо прямо, вони потерпіли пораження на промежуточних виборах. Тобто вони совершенно другое количество рассчитывали міст. Вот. І трампісти, вони завжди отличались такою вот, ну, агрессивной риторикой.
и риторикой агрессивной по отношению не к Украине, а к деньгам налогоплательщиков. То есть трамписты, они же, основная мысль их какая? Мы, почему мы должны давать каким-то там, значит, другим странам, хотя нам самим тут не хватает? Мы же о вас, о налогоплательщиках заботимся. То есть вот тут сам Трамп, он был такой. Помните, когда он стал президентом, он начал выходить сразу же из всех там организаций, ЮНЕСКО, каких-то международных, потому что говорил, а зачем мы на это деньги тратим? На культуру, там, на искусство? Нафиг они вообще, кому нужны эти культуры и искусство? Давайте выходим оттуда, слишком много тратим. То есть вот Трамп сам такой, и, соответственно, трамписты сами такие. Они не понимают, например, зачем тратить деньги там, на какие-то другие страны. В принципе, ну, эта риторика находит отклик, и у них, ну, приличное количество последователей довольно. Но основная часть, я имею в виду и демократов, и республиканцев, они понимают прекрасно, что им второй Афганистан точно не нужен. Я имею в виду сейчас репутационно-имиджевый, да, Афганистан, в который влили триллион, остались ни с чем, и ушли еще, и оружие там оставили этим талибам. То есть им это точно не нужно сейчас. И есть четкие индикаторы, что Украина может победить. Мне кажется, это стало понятно многим, даже тем, кто в первые дни или в первые месяцы разуверился в том, что Украина способна победить такого большого и тогда еще, как казалось, сильного врага, как Российская Федерация. Стосовно ходу самого візиту, от зараз у соцмережах розгортається дискусія, яку я особисто не до кінця розумію, стосовно зовнішнього вигляду нашої делегації, яка була в Конгресі, була в овальному кабінеті. Ну, фактично йдеться про тактичний одяг, в якому був президент, і голова Офісу, до речі, теж там був. А зокрема, міністр закордонних справ Кулеба був у светрі і кросівках. Чи це є критичним порушенням протоколу? І як взагалі це сприймається? Чи дійсно хтось може подивитися на це, ну, як на якийсь прояв неповаги? Ну, принаймні, це те, що я бачив серед думок журналістів у соцмережах. Ну, я вам хочу сказати, що для Зеленського, який з перших днів війни в тактичній одежді, в футболках, там, в рубашках, в флісках каких-то, це абсолютно нормально. Я не вижу причини, чому він должен нарядитися в костюм. Тобто президент воюючої країни, главнокомандуючий, верховний. Естественно, он одевается так, как привык все эти месяцы одеваться. Вообще, говорить, ну, я не знаю, Кулеба, может быть, и мог в костюме быть, но, опять же, у нас, посмотрите на министров, которые выходят в эфир, кто в чем там, кто в свитерах, кто, ну, просто война идет. А что подделать тут? Не до костюма иногда, ну, бывает. Ну, как кажут, зараз, я перепрошу, но я это зацитую, бабусин свитер и кросівки. От просто несеться по соцмережах якісь щось неймовірне, овальний кабінет. Ну, смотрите, вот я, Богдан, я думаю, что это из серии, когда некоторым не нравится прическа Бориса Джонсона, да, там. Ну, когда люди начинают обсуждать внешность и одежду, а не суть визита и не результат, ну, мне кажется, это может и не очень правильно. Они же не пришли там, как я не знаю, в шортах туда. Вот, поэтому я думаю, что как бы это просто единственное, вот честно, это единственное, за что можно было негативно зацепиться вот в этом визите. То, во что были одеты наше военно-политическое руководство высшее, политическое точнее. Поэтому я думаю, что это не проблема. Хотя всегда найдутся те, кому там очки Кулебы не так сидят или там не знаю что-то еще. Поэтому я бы на это не сильно обращал внимание. Да, может быть, по этикету положено было всем быть в костюмах. Но мне кажется, что совершенно, вот большей части читателей, зрителей, совершенно абсолютно пофиг было на то, во что была одета наша делегация. Як ви вважаєте, цей закордонний візит Зеленського, це радше виняток чи будуть іще? Я думаю, буде іще. Я думаю, що це буде серія візитів. І зараз вже ну, є така утечка, я не знаю, правдива вона, не правдива, але вона дуже логічна, що Зеленський посетить ще Великобританію, впоследствии Германію, Францію. Тобто будуть такі візити, він виступить там, у них теж в парламентах, повстрічається з президентами. Тобто, мені кажется, це було б логічно зараз зробити цілу серію вот таких візитів в преддверии Нового года, в преддверии года, когда починають планувати, а скільки ж допомоги будемо в следующем году Україні виділяти. Це було б очень правильно і логічно.
Пане Борисе, дякуємо вам. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.